Вот, я звоню в полицию, потому что понимаю, с вами разговаривать это бесполезно. Здравствуйте, человек украл у меня миллион. Я морально пострадала. Ну, приходите, пишите заявление, заведем уголовное дело. Ну, что вам нужно, там ссылки какие-то интернетовские? Вся информация, которая у вас есть, о нем приносите, там уже будем от этого отталкиваться. Зачем да ты что позвонила? Нужно? Вы понимаете, что вы обманули полицейского, что я украл у вас миллион рублей? Телепортируйся к Гриферу. Пока он не видит, отключи себе префикс. Чаще вам будет написано, что префикс спрятан. Ну или установи себе любой другой префикс. Выглядеть это будет примерно вот так. Залезь в абсолютно любой приват. Увидь у Грифера кучу алмазов. Сеть ему все сундуки. Затем убей Грифера. Также ты можешь посадить в тюрьму этого Грифера. Его будет охранять прекраснейший вахтер. Потом напиши на весь сервер, что Грифер находится в тюрьме. Затем наблюдай, как все его унижают. И мы добавили супер возможность владельцам сервера вычислять IP Грифера при помощи команды Voice. Прописав эту команду в чат, вы сможете узнать, где живет Грифер и троллить его. Поэтому, если вы хотите снимать ролики Антигрифшоу для своего канала на Сежокрафт, тогда становись владельцем сервера на Сежокрафт, на которого как раз действует скидка, и ты сможешь снимать ролики Антигрифшоу для своего канала. Ссылки под видео. Дорогие друзья, я срочно, смотрите, я просто летал по серверу, смотрел, ой, скайп лагает, смотрел за гриферами, следил, и тут мне вот сейчас при вас звонит опять этот номер с мамой. Берем трубку, алло. Все, мам, я дозвонился. Так, отойди-ка, я сейчас поговорю. Чё опять? Здравствуйте. Здравствуйте, да. Мы уже с вами беседовали. Да, мы с вами беседовали. Только почему-то результата нашей беседы так и нет. А какой вы хотите результат? Миллион. Мы с вами разговаривали по этому поводу. Я требовала от вас компенсацию морального ущерба. Дума, тут ролик уже миллион просмотров набрал. Лезь. Полмиллиона, он вас говорит, Виталий, если не ошибаюсь, правильные вещи говорит. У вас уже, понимаете, уже ролик выложен, полмиллиона человек слышали вас голос, слышали, что вы говорите. Очень хорошо, что слышали. Ну вот сейчас вас тоже слушаю. Вообще, как бы я намерена обратиться в полицию. Да у меня уже 100 историй таких было, как все в полицию обращаются. Ну, знаете, у меня уже у вас 100 было, но я так думаю, что я не из тех людей, кто останавливается на полдороги. И я думаю, что я доведу это дело до конца. У меня уже и ролики были по этому поводу, понимаете? Ой, да ладно. Мне уже угрожали кучу раз. Я предлагала вам договориться мирным путем. А я что, не мир? Вы не на какие соглашения. Миллион вам перечислить, это классный мирный путь. Да? Да? За то, что кредит взял, ну конечно, да. Все, короче, вы мне зачем звоните? Я звоню в полицию. Ага, зачем? Ну звоните, а я здесь почему? Я, наверное, думаю, надо написать заявление по факту мошенничества. Буду давить на то, что вы украли у меня миллион. Ну пишите сразу 2 миллиона. Там смешно. Пишите 2 миллиона. Или 3. Мне вообще не смешно. А мне зачем было звонить? Я из-за вас в долги влезла. Ну, из-за сына своего, а не из-за меня, не путайте. Из-за сына. Сын с вами связан тоже. Вон Виталий, послушайте, умный мальчик, я что-то посмотрю. Сколько советов? Ума еще нету. Ага, у вас много. Так, вот, короче, все, вот, я звоню в полицию. Ну-ка. Я потому что понимаю, с вами разговаривать это бесполезно. Угу. Да, конечно. Можете оставаться, в принципе, на связи. Ну да, я прям готов послушать даже. Что же вы им скажете? Майор полиции Журавлев Хабриков, 11-9, отдел Спасского района города Москва. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, еще раз имя, отчество. Андрей Константинович. Андрей Константинович. Вот понимаете, произошла такая ситуация. Человек украл у меня миллион. Я вот звоню проконсультироваться, узнать у вас, что мне с этим делать. Кто украл? Некий Сержо или... Серджо, ну пора запомнить. Точно, я не помню точно, как его зовут, но как бы факт мошенничества, он налицо. А почему украл? Он должен был мне перевести миллион.
Разговаривали мы с ним, может, несколько дней назад, я не помню, когда это было. И денег до сих пор как бы нету у меня на счету. Я морально пострадала из-за его действий. Вот, что вы мне посоветуете? Ну, приходите, пишите заявление, заведем уголовное дело. Ну, то есть, как бы, это реально, это можно все сделать, да? Да, конечно. А, ну, что вам нужно, там, ссылки какие-то интернетовские, что, как вам, чтобы выйти-то на него? Ну, вся информация, которая у вас есть о нем, приносите, там уже будем от этого отталкивать. Ну, хорошо. Ну, все, я вас поняла, ладно. Я подойду тогда на днях. Да зачем ты позвонила? Нужно? А что нужно вообще? Еще паспорт мне с тобой иметь? Что еще нужно? Конечно, паспорт, документ, удостоверяющий личность. Виталю, послушайте! Все понятно, все, спасибо большое. Меня не слышите, да? Виталю, послушайте! Я подойду к вам тогда на днях. Господи, спасибо, да. Что выслушали. До свидания. Ой. Как-то зачем так. Ты я же вам сказала, что я дозвоню. Да, хоть я президент. Да, ну. Я не остановлюсь на этом. Теперь я уже. Вы понимаете, что вы обманули полицейского на просто обманули, что я украл вас 1 000 000 рублей. Вас привлекут самой, если вы пойдете реально писать заявление, не просто здесь цирк. Ну, это мы посмотрим, кого. Да я не буду ничего смотреть. Бред, просто. Мне просто смотрят мои подписчики. Надо смотреть. Зрить и не мои. Я за вас рад. Что-то взялась, значит. Я это дело до конца доведу. И, ну, пожалуйста. Да, хорошие есть. Пожалуйста. Президент, доброго. Обама, да, там, Джордж, все. Да, куда? Сейчас я перезвоню ей, подождите. Сейчас я... Да ё-моё. Где она в скайпе-то здесь? А, ушла, все. Ну, не как и в тот раз. Как и в тот раз, ребят, слушайте, у меня уже были такие истории, я понимаю, что мне люди в подписчиках, в комментариях тоже пишут, что такое уже было, так уже было, да я сам знаю это, что это было, но мне интересно смотреть за этими мамами, я вообще плевать на это заявление, плевать, мне просто смешно, я просто это снимаю, потому что это смешно, человек хочет там на мне 1 000 000 заработать или что, он не знает, на что он рассчитывает, плюс его люди смотрят, вы смотрите, подписчики, вы смотрите, слушаете, вы удивляетесь, как такие вообще мамы бывают. Не, на полиции это уже все смешно, мне уже плевать на нее. Поэтому я не знаю, на что она рассчитывает, но сам факт то, что она обманула полицейского. Она реально позвонила и обманула полицию. Вот это жестко. Ребята, пишем лайк, если вы не согласны вообще с мамой и согласны со мной. Ставим лайки, точнее. И также, ребята, я также добрый, я также устраиваю, например, всякие бонусы. Например, беру любого, вот смотрите, беру любого попавшего человека на сервере. Хорошего человека, надеюсь, смотрите. Вот ник, ЦТХУХУ, да? Просто ЦТУХУХУ. Нет, это трудный ник, как же? Давайте любой ник. Вот Ган, Гун, видим, да? Сейчас Гун, смотрите, 5 секунд. Опа, владелец, Гун, владелец сервера. Гун у нас с вами получился теперь владелец сервера. Где у нас там с вами Гун? Вот, Гун теперь получил владельца сервера при вас. Я просто решил ему выдать владельца сервера. Просто так решил, любого. Сейчас я буду еще кого-нибудь выбирать, просто любого. Все на спавне, все собрались. Я хочу это делать, потому что мне... Я рад за своих подписчиков, что они у меня такие хорошие, добрые люди. И я буду раздавать им какие-нибудь бонусы, плюшки, там, админки, деньги. Передавать деньги, там, money give. Поэтому ставим лайки, заходим на серый IP в описании ролика, получаем админку бесплатно, получаем бонусы. И я не согласен с мамой, это полный бред. Всем спасибо, всем пока, друзья. Если вы, конечно же, хотите получить админку абсолютно бесплатно на нашем сервере, или даже основателя сервера, просто пишите команду в чате free, заходите на наш сервер и смотрите, что вы можете бесплатно получить донат за время и донат за убийство. Донат за время можно получить випку, админку или основателя. Нужно всего лишь отыграть пару часов. Лично я сам отыграл уже 656 часов. Это 3 раза больше, чем вот самая крутая привилегия. Также можете получить бесплатно админку за убийство. Вам нужно совершить 20 убийств, чтобы получить ключик от кейса, из которого может выпасть VIP, премиум, креатив, админ, суперадмин или основатель сервера. Сейчас в эти дни действует огромный процент выпадания основателя сервера. Играйте, убивайте на PvP игроков, набивайте часы, получайте бесплатные админки. Это ли не чудо? Поэтому, друзья мои, сейчас нахожусь на сервере Sergiocraft. IP в описании ролика. Просто заходим и пишем команду free и получаем бесплатный донат. Всех жду на сервере, вот я на спавне. Всем спасибо, всем пока, друзья.